Ребят, снимай себя, да? Свободный полет, а если вот такое? Красиво. Нет, все в порядке, все в меру. Непонятно. Ну, на посадке пробежаться. Камеру лучше. Камеру сюда же снимать до самой посадки. Сейчас уже можно разрывать и связь снимать, а вот. Там в кустах какая-то серебристая ехала. Это джип. А как это получается? Мы приземляемся на ножками, дыч, встать, да, и бежать. Или надо, не знаю, лучше начинать бежать еще в воздухе. Бежать сильно не придется, но пробежаться надо, да, то есть не бояться пробежать. Это не у тебя телефон звонит? У меня звонит. Да, нет, понятно.
Где-то они тут, короче. Слушай, вперед снимай, не себя, а вот это впереди. Даже может и станет, потому что... А надо спрыгивать, спрыгивать с сиденья. Опа, вот мы и сели. То есть, в принципе, не тянет назад. Ой. Чуть-чуть тянет назад. Ух. Ну как ощущение? Вообще. Где правая рука? Давай правую руку. Поздравляю. Как ощущение? Вперед.